Тяжело было играть. Вчера у многих была куча игр. Вечером у нас было и на утро ножки у всех забиты, поэтому тяжело. Плюс команда очень здорово усилилась. Поэтому приятно выиграть из этой команды. Ну, я так понимаю, все-таки внутренние проблемы и трудности какие-то есть. Нет. Не то, что. Ну, это футбольные моменты, там где-то чуть кто-то не дорабатывает, кто-то. Ну, это нормально. Во всех командах так есть, на любом уровне, профессионалы, не профессионалы, всегда такое есть. Это не трудности, не проблемы. Это реалии футбольной жизни, я так бы сказал. Хорошо, кого ты сегодня можешь выделить из своей команды, вот именно особенно? Но я заметил так, что все сегодня ребята прям хорошо, ну, вы сыграны хорошо и всегда так играете. Вот в таких играх всегда нужно выделять вратарей, оба вратаря на ноль отстояли, поэтому в первую очередь. И в первом тайме здорово Медведь отстоял, во втором тайме Николаев, поэтому в первую очередь, за счет того, что ворота стали сухие, нам было чуть проще играть. Как тебе, кстати, Дудка сегодня, Сергей Воронов? Да, Дудка хороший вратарь, его давно знаю, поиграл на хорошем уровне, поэтому Дудка, у них пол команды, это точно. Ну, это точно, поздравляю вас. Спасибо большое.